На связи Отто, а это Мандалорцы в Star Wars Empire at War. Поддержите эту идею своим лайком и комментарием, а канал, разумеется, подпиской. Все ссылки, в частности, на эту модификацию, а также инструкция, как ее установить, на моей страничке Boosty. Все ссылки в описании, подписавшись, вы еще и получите многие другие бонусы. Ну а мы же давайте начнем. Друзья, призываю всех подписаться на наш телеграм-канал. Любопытные факты, эстетика, свежие новости и анонсы, еще очень многое другое встретит вас в нашем телеграм-канале. Ссылки будут в описании. В отражении визора шлема Мандалорца вы можете увидеть летающие корабли. Это модификация, посвященная исключительно мандалорской фракции, ну или, как сказал один из мандалорцев, это кредо. Итак, давайте уже перейдем от слов к делу, посмотрим, что из себя представляет эта модификация. Прежде всего, слушайте, тут, знаете, такой довольно мягкий такой звук, знаете, это трудно описать, очень такой приятный звук. Ладно, давайте посмотрим, какие есть карты, и потом глянем, какие есть, разумеется, фракции. Итак, давайте посмотрим карты. Их здесь довольно много, вот сами можете посмотреть. Давайте выберем, например, какую-нибудь вот эту вот и запустим. Давайте ознакомимся с фракциями. Присутствует Новая Республика, Империя Ремнант и, разумеется, Мандалорцы. Давайте выберем Мандалорцев. Нашими противниками будут имперцы и боты, так, и повстанцы. Имперцы и повстанцы. Давайте поставим легкий уровень сложности, и пусть будет каждый сам за себя, да начнется битва, после чего, так, почему-то я не могу, это довольно странно, но да ладно, посмотрим, что они из себя представляют, ну и я бы хотел посмотреть вообще, что из себя представляет эта модификация, так, к сожалению, почему-то мы не можем, а если мы сделаем так, все равно, ну пусть будет, например, 2 на 2, почему бы, что называется, и нет. Давайте вот такую вот мы с вами противостояние такое сделаем, просто ознакомимся с модификацией, что она из себя представляет, посмотрим на, скажем так, юниты и все остальное, что имеется. Слушайте, но тут уже какая-то изобразительная, изобразили какую-то интересную популяцию, но я заметил, что уже свои звуки, и слушайте, довольно красиво. Бот уже за меня начал тут все изучать. Отлично, давайте переедем сюда быстро. Сделаем как можно больше всеразличных кораблей и посмотрим. Но вообще я вижу, что здесь они сделали такую, знаете ли... Ух ты, а это еще что такое? Девчата? Слушайте, мне пока нравится. Очень атмосферный. И очень, на мой взгляд, на первый взгляд, сбалансированный, но, может быть, это не так. Мы с вами еще все увидим сейчас. Здесь он строит. Отлично. Какие-то новые астероиды, ранее не виданные. Кстати говоря, даже в больших крупных модификациях, вот, кстати, первая стычка, даже в больших крупных модификациях не всегда встретишь новые переделанные астероиды. Давайте поможем нашему другу в бою вот здесь вот. И посмотрим, как это все вообще дело выглядит. Давайте посмотрим. Слушайте, ну, во-первых, новые модели везде. Это видно. Ой-ой-ой-ой-ой. А это уже корветы имперцев. Слушайте, как их здесь много, я вам должен сказать. Мы уже попали в переделку. Так, давайте побольше здесь построим всеразличных истребителей. У нас, тем более, позволяет ресурсы. Слушайте, ну они тут, конечно, взялись буквально из ниоткуда. Ну, из гиперпространства, естественно. Так, здесь нас все-таки отбили, мы не смогли ничего сделать. Но давайте соберемся силами и совершим контрнападение. Кстати говоря, здесь наш союзник уже потихонечку развивается. Но давайте высаживать здесь истребители. Отвечать имперцам ударом на удар, что называется. И построим здесь, пожалуй, вот эту вот торпедную защиту. Так, давайте дадим им достойный отпор. Я смотрю, здесь полным-полно имперцев уничтожают, к сожалению, наши астероиды. Но ничего страшного, мы еще сейчас их отобьем. Слушайте, но, по крайней мере, все очень и очень
красиво выполнена. Мне очень нравится, как выполнена модификация внешне. И бот довольно неплохо себя проявляет, кстати, постоянно улучшая нашу базу и так далее. Молодец. Молодец. Смотрите, как все очень красиво сделано. Тут выстрелы и так далее. Взрывы. А это, кстати, наши истребители. Так, давайте продвинемся сюда. Ой-ой-ой, повсюду стрельба. Нападают на нас здесь имперцы. Давайте попробуем их отбить. Это наш герой Горан Бивин некий. Так, и у него тут настоящая эскадрилья целая, посмотрите. Давайте будем защищать нашу, естественно, нашу станцию. Ну, а это сейчас мы возьмем под свой контроль. Так, здесь ему нужно, я смотрю, подкрепление. Давайте мы это реализуем. Слушайте, но мне очень-очень все нравится пока что. Я вообще, правда, не знаю, что это такое. Merchant Space Dock обеспечивает уникальными юнитами и скидки на цены, я так понимаю. Так, я смотрю, здесь они вступили с нами в схватку. Здесь тоже стараются что-то сделать. Давайте мы с ними попробуем разобраться. Так, давай сюда. Отлично, высаживаем еще один крейсер. И ух ты! Слушайте, ну это очень красиво. Очень красиво. Вы видели? Он буквально за несколько выстрелов с ними разобрался. Давайте здесь построим еще юниты. Я смотрю, довольно любопытные. И пока что все очень-очень тихо стало. Вроде отбили мы их атаки. Это хорошо, это прекрасно. Это значит, у нас есть возможность чуть-чуть прийти в себя и потихоньку дальше улучшаться и развиваться. Чудесно. Так, строим здесь тоже защитное сооружение, естественно. Ага, я смотрю, здесь перестрелка. Давайте высаживаем тяжелую артиллерию. Ой-ой-ой-ой-ой! Нещадно их громят! Посмотрите, нещадно. Да, они уничтожают их нещадно. Сказать нечего. Давайте построим еще вот эту вот турель. И здесь... Я смотрю, этот астероид не освоен. Так, давайте мы это исправим сейчас. Слушайте, но пока мне все очень нравится в этой модификации. Она очень понятная, и что самое интересное, трактор бим, что это такое, видимо, что-то особенное, но пока мы это делать не будем. Так, появились дополнительные корабли, пока денежек мне не хватает на них. Будем тоже здесь улучшаться. Давайте мы с вами это и сделаем, вот тут построим. Но пока все довольно-таки достойно. Слушайте, достойно. Ух ты, началась перестрелка. Я смотрю, здесь имперцы пошли в контрнаступление, пытаются, видимо, нам отомстить. Но пусть попробуют. Пусть попробуют отмстят. Это, кстати говоря, наш союзник. Вот такая вот красота происходит. Но, конечно, мы их сейчас уничтожим здесь в пух и прах. А тем временем здесь у нас тоже все улучшается, здесь все строится, доход увеличивается, и мы можем построить новые крейсера. Давайте, пожалуй, этим и займемся, построим вот один из таких вот, и здесь тоже займемся стройкой. Ну и ради разведки давайте слетаем к имперцам, посмотрим. Ух ты, а база у них, слушайте, а база здесь у них... Довольно близко, может быть, попытаемся ее даже уничтожить. Давайте мы это, может, и сделаем. Отправляемся в бой. Превосходно, отправляемся здесь в бой. В наступление, что называется. И чуть-чуть здесь мы их потрепаем, потрепим. Чуть-чуть мы тут их потрепим. Ну, выстрелы здесь что-то с чем-то, вы только на это поглядите. И вот, кстати, новый очередной крейсер. Так, вперед, в наступление, поехали. Так, давайте включим всем суперспособности. И мы, кажется, даже уничтожим их базу, не достигнув максимального уровня. Но давайте посмотрим, как это все будет происходить. Поглядите.
Но мод, конечно, сделан очень красиво. Знаете, в стиле, что ли, неких комиксов или что-то в этом духе. Надеюсь, мы не уничтожим их станцию и дождемся, пока наша улучшится до четвертого, не знаю, максимального или нет, уровня. Да. Наша станция улучшилась, сейчас улучшится. И тут есть еще один максимальный уровень, но мы, я думаю, не успеем, потому что, скорее всего, сейчас уничтожим нашего противника. Галактическую империю надо было повременить, но ладно, впереди у нас еще много интересного. Давайте посмотрим. Да, впереди у нас еще много с вами интересного. Это хотя бы захват галактики. Вы все знаете, что это один из моих любимых режимов, да и что тут таить, и ваших тоже. Поэтому давайте посмотрим, как устроен он. Очень интересно выглядит. Серьезно, только, слушайте, тут только одна карта, и мы с вами, разумеется, выберем мандалорцев, и пусть это будет максимальный технический уровень. И давайте стартуем, посмотрим, что из этого выйдет, что нам представлен. Представлено в этой модификации 14 тысяч кредитов и 55 планет. Я так понимаю, Rise of the Mandalorians — это рассвет Мандалора. Итак, мы с вами видим абсолютно новую карту, очень красиво сделанную. Здесь толком ничего не поменяли, сохранили такой минималистичный стиль. Но, как и говорили, вот давайте посмотрим, что у нас доступно вот здесь. Очень-очень интересно, много героев различных. Давайте соберем флот и, я не знаю, нападем что ли на камины, например, вот здесь. Вот, посмотрим, что доступно. И, кстати говоря, здесь имеются вот такие вот постройки. Вот, например, на Джианозисе много-много всякой интересности, мандалорцев и всего остального. Слушайте, ну, очень интересно. Давайте нападем на камины, посмотрим, что имеются здесь. Да, повсюду Галактическая Империя, ну, я имею в виду ее остатки, Новая Республика и так далее. Давайте посмотрим, что представлено нам. Ничего себе! Ничего себе! Вот это кораблик. Ну что, давайте вперед слетаем, посмотрим, что имеется у нас вот здесь. Поехали, друзья, поехали. Давайте чуть-чуть это дело ускорим. Ага, я вижу, они здесь появились. Вдруг, ниоткуда вдруг. Не знаю, что это за способность. Но, видимо, что-то сильное. Ладно, давайте проедем сюда. Вперед. Просто они даже не успевают нам ничего сделать. Мы их мгновение ока уничтожаем и... Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите. А вот их Венатор. Но как-то быстро мы его уничтожаем, кстати. Но это, видимо, Венатор наемников. Да, мы его очень быстро уничтожаем. Буквально за считанные секунды. Посмотрите, вот и нет их Венатора. Вот и вся их сила была. А нет, смотрите, здесь еще один. Здесь присутствует еще один Венатор. Но, тем не менее, сейчас он встретится с нашим серьезным кораблем. Хотя это, в принципе, очень грозная сила. Посмотрите, он способен уничтожить гораздо более грозные корабли, нежели Венатор. Так, давай вступай уже в сражение, в схватку с ним. И вперед. Способность еще на перезарядке. Дожидаемся, но, по-моему, мы без него сейчас расправимся с этим Венатором несчастным. Да, сейчас мы его и уничтожим. Слушайте, а возможно, он и не стреляет, потому что у него перезарядка, кто знает. Ладно, тем не менее, давайте отправимся сюда. Здесь имеется еще один у нас Венатор. Как-то много тут у них Венаторов, я не знаю. Так, на что-то мы тут наехали. Ага, это, скорее всего, по всей видимости, один оставшийся в живых Венатор. Ну, давайте мы его и уничтожим. Вот, кстати, наш корабль, медленно он летит. Не знаю, успеет доехать или нет, но, видимо, нет, не успеет. Но, ладно, это было довольно быстро. Сейчас посмотрим, что присутствует здесь. Охотники. Да, это простые камины. Кстати, захватили простые контрабандисты. Ничего из себя толком и не представляющие. Давайте построим какую-нибудь небольшую здесь армию и нападем
на камин, а посмотрим, что вообще осталось от клонов там, на этой несчастной планете. Так, давайте это сделаем. Отлично, я думаю, этих сил нам вполне себе хватит, и отправимся сюда в бой. Поехали. Ну, я думаю, камина сейчас не представляет из себя чего-то грозного, и, думаю, на камина мы с вами и закончим. Вот, а, у него, он еще и здесь, ничего себе, он еще и наземный герой. Довольно любопытное дело, довольно любопытное. Слушайте, как красиво все сделано, однако, посмотрите. Вот он, собственно, и высаживается здесь. Ух ты, у него меч, клинок и... И что-то еще. Слушайте, но довольно все симпатично выполнено. Я еще раз повторюсь, в неком таком стиле комикса, что ли. Но давайте продвинемся сюда, посмотрим, где здесь противник. Ага, вижу, вижу, вижу. Вижу противника. Так, давайте мы с вами здесь... Вперед, 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 дружище. Вот мы, собственно, и вступили в битву. Довольно быстро он с ними расправляется. Кстати, это клоны. Представляете себе, это клоны. Вперед, вперед, двигаемся, вперед. Но герой здесь действительно грозная, мощная сила. Знаете, в одних, в некоторых модификациях герои из себя толком ничего и не представляют зачастую. Так, давайте продвигаться сюда. Так, вперед, вперед, друзья. А почему вы не стреляете по технике? Слушайте, мне это начинает не нравиться. Я думаю, можно высадить вот этих наших с вами парней. А тут мы чуть-чуть, пожалуй, отступим. Ой-ой-ой, у них от этой я, откуда он взялся? Господи. Ну, видно, что это, конечно, не их. И взялся он из ниоткуда буквально. Ладно, давайте высадим танки или что-то в этом духе посерьезнее. Так, это какие-то тут особенные спидеры. Давайте дождемся, что ли, подкрепления и отправимся сюда. Ага, это, видимо, оставшаяся после него турель. Так, вперед. Давайте попробуем уничтожить. Отлично. Давайте вообще выйдем лучше вот сюда, вот. Ой-ой-ой-ой-ой, как быстро они уничтожаются тем временем. Так, это, я так понимаю, танки, да? Ну и давайте мы, пожалуй, здесь расположимся и будем вести по ним огонь. Так, отлично. Да, вот здесь давай ты расположишься. А здесь мы высадим еще подкрепление. Слушайте, но видно даже, что он подбит, ничего себе. Ну, правда, модификация очень продумана, очень. Так, давайте высадим здесь подкрепление нашего героя. Ух ты, у него там, вы видели, что-то было любопытное такое. Интересное. Вот шагоход, мы наконец уничтожили их. Слушайте, но очень интересная модификация. Так, это еще что такое? Ничего себе. Слушайте, очень интересная штука. Давайте вот сюда, что ли, вы. Так, друзья, вот вы давайте вот сюда слетаете. Договорились? Ух ты. Так, 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 так. Он уже тут начал чем-то пользоваться. Слушайте, это какой-то сумасшедшая какая-то штука. Ничего себе. Вы на это только поглядите. Слушайте, это тоже очень интересная модификация, но крайне любопытная. Так, давайте лучше чуть-чуть отступим временно. Так, вперед, вперед, друзья, сюда. А ты отступай, а ты отступай. Я не хочу потерять еще и тебя. Да, у него тут доступен огнемет, ничего себе. Так, давайте здесь расположимся и вперед, вперед. Огонь. Ничего себе. Да. Слушайте, ну посмотрите только на это. Это шикарный мод, который я вам однозначно рекомендую. Смело рекомендую.
Ну, это очень интересно, честно вам слово. Ну и мы давайте тоже чуть-чуть будем сейчас потихоньку выдвигаться сюда. Оставим здесь одних, одно подразделение бойцов. И будем выдвигаться. Отлично. Слушайте, мне даже жалко как-то его ввести в бой. Давайте его, наверное, вот здесь оставим, не знаю. Расправимся вот с этим чудаком. Слушайте, но мод сделан с добротно с душой, что называется. С душой. Это видно. Так, давайте здесь совершим бомбежку, что ли. Вот и все. Вот их уже как и не было, посмотрите. Давайте здесь их добьем уже, в конце концов. Слушайте, это был мод о Мандалорцах, все ссылки ждут в описании. И если вы хотите захват галактики с ним, подписывайтесь на страницу Boosty и пишите, хотите или нет. Ну и, конечно, за какую фракцию, все ссылки еще раз ждут вас в описании. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Отто, еще увидимся. Since I was a child, when I was young and